Общались с помощью мессенджеров и приобретали крупные партии запрещенных психоактивных веществ. Ульяновские прокуроры доказали вину участников наркобизнеса. 11 членов организованной преступной группы обвиняются в покушении на сбыт почти 1,5 килограмма синтетических наркотиков. Подозреваемые фасовали и сбывали запрещенные вещества в виде так называемых закладок на территории области. Часть этих наркосбытчиков – жители соседних регионов. Чтобы раскрыть преступную схему, силовикам потребовался год. Сейчас участники-организаторы преступной группы задержаны. В зависимости от их роли в совершении преступлений, а также иных обстоятельств, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 12 лет в колониях строгого и особого режима. В текущем году силовики уже пресекли деятельность 5 наркопритонов, изъяли 27 килограммов наркотиков, выявили 645 наркопреступлений, а за их совершение к уголовной ответственности привлечено почти 300 человек. Рената Леулова, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.